Получается, его размер 15 сантиметров. Всем привет! Я представляю вашему вниманию старинный посеребренный, или можно даже сказать мельхиоровый подсвечничек необыкновенной такой формы и красоты. Вообще так на него смотришь, он такой вот антуражный, такой прикольный, такой старючий. Жалко, конечно, что он не серебряный, а бронза покрытая серебром. Такой вот сюжетный, вроде как такие какие-то листики, то ли винограда, то ли еще чего-то. Вот такой вот он снизу, какая-то вот досточка или веточка забита внутри он. Кстати, может там внутри что-то есть. Ковырять я ее разбирать не буду. Предоставлю эту возможность будущему владельцу. Может быть там какая-то нычечка, что-то запрятанное. И вот вы как все видите, как вот следы какого-то цемента. Где-то вот так он был впаян быстрее всего. Чуть-чуть он так вот туда погнутый. Еле-еле заметно, если далеко вот так вот смотреть. Вот так вот. Чуть-чуть вот снизу погнутый, побитый. И весь вот в свечках. Я их специально не стал отрывать. Вот. Как попал мне в руки, так я его и выставляю в продажу. Значит, что я хочу сказать. Вы, в принципе, уже все посмотрели. Наверное, я вам все тут показал, все, что можно и невозможно. Ссылочка в описании. И он уже сегодня у меня в продаже. И пусть победит сильнейший, кому действительно он важный и, как говорится, нужный.